В Иванове появилась еще одна информационная табличка. Теперь, проходя дом номер 3 на улице Садовая, горожане и гости города смогут узнать, что в 1906 году здесь располагалось учредительное собрание сицепечатников. Работники текстильной промышленности первыми в регионе образовали свой профсоюз. Решение об установке памятной таблички именно в этом месте совместно было принято работниками профсоюза, комиссии по топонимике и депутатами областной думы. Сегодня мы вспоминаем те моменты, вспоминаем тот период, который прошел, и говорим, что сегодня профсоюзы находятся на острие борьбы за защиту интересов человека труда, защиту интересов членов профсоюза.